Всем привет! Готовлю деревенский ужин, салатик, пекинская капуста, две помидорки, один огурчик и один репчатый лучок. Пекинскую капусту я порежу тоненькими полосочками, помидорки порежу дольками, огурчик кружочками и репчатый лучок полуколечками. В дополнение делаю курочку, тоже ничего сложного. Курочку я промыла, здесь два окорочка. Промыла, поперчила, перчик душистый, соль, немножко базилика. Положила в форму, налила 2 стакана водички и полила растительным маслом. Поставила на средний уровень духовки на 220 градусов до румяной курочки. Репчатый лучок я порезала полуколечками. Помидорчик режу на долечки. Помидорчик порезала, буду резать огурчик. Ну и все, я порезала, залила вот такую. Ореховая заправка у меня сенсой. Ой, даже не ореховая, имбирная сенсой заправка. Посолила, поперчила душистым перчиком. Посыпала итальянские травы. Вот такая у меня итальянские травы. И сухой базилик у меня. Я его собирала летом у себя на огороде. Я его садила, собирала. И вот у меня такой сухой базилик. Я его вот сушила. Ой, как пахнет, путем ферментации. Вот, сушила. Обычная ферментация, не путем заморозки, а просто сушила. Это простая обычная сушка. Она мне здесь просто базилик у меня. Вот столько мне хватает. Он граммулечку-то его. И полила растительным маслом. И сейчас все перемешаю, и салат должен немножечко постоять. Пекинская капуста очень вкусная, такая сочная, люблю ее. У нее такой ореховый вкус. Все, порезала помидорчики, огурчики, все. И он должен минут 20 постоять. Салат. Вот такой салат получился. Очень вкусный. Уже вот ужинаем. Поужинали, уже тарелка чистая, пустая. Вот это имбирная заправка с сенсой, с растительным маслом. Вот такой ореховый вкус немножечко. Капуста вот так уже получилась. Вкусненько. И курочка. Курочка приготовилась. Зажарилась. Все нормально. Обычная песня чего. Функция гриль, она приготовилась, водичка вот эта, которая вот курица в водичке, а потом в холодильник поставить, она будет такая, как желе. Я люблю такое, с хлебом. А сейчас получается просто вот как этот, как подливка. Всем приятного.